Я помню, мы были на сватах в одном доме, и эти уже молодой отец молодой этой девицы говорил, что они уже себе пусть живут, нам их деньги не надо будут, у нас наших денег хватит нам до самой смерти, какая цена на хлеб не будет. Даже если 100 рублей буханка будет. Ну, никто не мог представить, что могла быть буханка хлеба 100 рублей, когда было время такое, что буханка хлеба была 12 копеек, потом 20 копеек. Ну, никто не мог представить такого. Но, братья и сестры, когда пришло время, что эта буханка хлеба достоила несколько тысяч, и вы знаете, этот человек, когда стоял за кафедрой, проповедовал, то он всегда, когда начинал проповедовать, он говорил: «Всемогущему нетрудно богатых в бедных превратить, а живущих в мире в доле скудной земным богатством наделить». У него были большие средства, в одно время их не стало. Братья и сестры, так можем что-то мы хранить, на что-то мы можем надеяться, но в один миг может все потерять, но если чистое сердце, то если ничего не станет, даже если наша жизнь остановится, мы будем с Господом.